Вот так сходит снег уже везде. С полей у нас тут в Караваево. Вот такие вот уже проталины видны. Я сейчас иду за водой. У нас тут есть такой источник, чистая вода. Так, кнопочку нажмешь и набирается. Можно пить не кипяченую, хорошая, прекрасная, очищенная вода. Вот я иду за ней. Я думаю, кончилась. А уже привыкла пить не кипяченую. Буду пробираться дальше. Спортивного комплекса урожай снеги совсем уже почти растаял. Но солнышка сегодня нет, так немножко пасмурно, но тепло. Все ходят без головных уборов. Просто все ходят без головных уборов. И старые, и малые. Хочется уже весны всем поскорее, побыстрее. Вот он, спортивный комплекс. Здесь проходят все соревнования по футболу и разные другие. Вот так вот. Там Пятерочка стоит впереди, магазин. В эксплуатацию пущен только с Нового года, с этого вот, с 30-го, кажется, декабря. Вот здесь вот все так. То, что рядом. Рядом библиотека. А там дальше школа. Остановка. Вот хожу, заодно увидела, что сегодня, оказывается, механики отмечают день факультета. Четвертая общага написана с праздником. Ну что ж, механик, принимай сегодня поздравления. Свой личный праздник отмечай, отбросив все сомнения. А с той стороны тоже там все украшено шариками из каждого окошка. О, сейчас видим. Вот какое веселенькое общежитие. Молодцы, все украсили. С днем рождения написано. О, музыка льется из всех окон. Это что за флаги? Это флаги висят еще. Потому что тут разные, из разных стран учатся студенты. Что-то с мячиком вроде связано. Не знаю. О, красота. Вот так живут студенты в сельхозакадемии Костромской.